Всем привет! Сегодня с вами снова Марина Петрушенко, и мы приготовим рис с куриным филе и овощами. Для приготовления нам потребуется 300 грамм куриного филе, 70 грамм моркови, 70 грамм репчатого лука, 70 грамм болгарского перца, 100 грамм кабачка, 200 грамм риса басмати, 500 миллилитров горячей воды, чайная ложка соли, пол чайной ложки кориандра, 1/3 чайной ложки черного молотого перца и 3 столовые ложки подсолнечного масла. В чашу мультиварки наливаем масло. Готовить буду в мультиварке Red Solution M800. Выбираем режим жарко, ждем 2 минуты, чтобы масло успело нагреться. В разогретое масло отправляем обжариваться мелко порезанный лук, морковь, натертую на крупной терке, и курицу. Через 5 минут добавляем кабачок и перец. И жарим еще все 2 минуты. Прошло 2 минуты, отключаем режим жарко, добавляем специи, добавляем соль, добавляем промытый рис. Заливаем все горячей водой, то есть берем рис в пропорции к воде 1 к 2. Рис можно слегка разровнять, но перемешивать будем уже готовое блюдо. Закрываем крышку мультиварки. Готовлю в мультиварке Red Solution M800 на режиме плов 30 минут. У кого нет режима плов, можно готовить на режиме рис-крупы также 30 минут. Время истекло. Теперь можно аккуратно перемешать рис и подавать на стол. Рис получился рассыпчатым, ароматным и очень вкусным. Куриное филе сочным. Это блюдо можно просто украсить свежей зеленью или же добавить соевый соус и посыпать кунжутом. Огромное всем спасибо за лайки и комментарии. Подписывайтесь на канал. Нажимайте колокольчик, чтобы первыми получать уведомления о новых рецептах. Всем приятного аппетита и до новых встреч!